Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я задалась вопросом, как вообще можно продвинуть свои видео на YouTube, потому что я открыла свой аккаунт на YouTube месяц назад, и у меня было всего 30 подписчиков. Меня это удивляло, и практически нет показов. То есть YouTube, поскольку очень много каналов, очень много информации, много рекламы, YouTube свежие каналы не показывает вообще. Да, есть советы, как оптимизировать канал. То есть нужно в конце каждого видео сделать такой end, то есть вставить заставку, конечную заставку, где будет ссылка на другое видео, на плейлист и на кнопку subscribe, чтобы люди на тебя подписались. Потом нужно обязательно создать плейлисты. То есть человек заходит в плейлист и смотрит твое видео одно за другим. Если он просто заходит на твой канал, смотрит видео, то его после твоего видео просто перекидывают на другой канал, он будет смотреть видео на другом канале. А если он зайдет в плейлист, то он будет смотреть на твоем канале видео за видео без остановки. Вот, то есть нужно обязательно, это называется оптимизация канала, и на это нужно время, которое у меня катастрофически нет. В общем, я даже в легкую депрессию от всей этой информации впала. Потом, конечно же, у меня нет времени заниматься такой профессиональной обработкой, какая есть у большинства владельцев каналов. Понятно, что они большую часть своего дня посвящают именно обработке видео, съемкам, потому что снять видео можно быстро, а большую часть времени занимает именно обработка. На самом деле очень качественные видео того же Алекса Брежнева. Видно, что человек вложился и в аппаратуру, разобрался, где взять хорошую музыку, как ее накладывать. Что-то у меня кашель какой-то подозрительный. Вот, как ее накладывать. То есть у него действительно качественное видео, но человек этому посвящает все свое время. Вот. И не только у него. Кстати, когда вот изучала, как пользоваться своим дроном, нашла очень интересный канал «Человек Земли» называется. Посмотрите, там совершенно феноменальные съемки с дроном. Когда он там летит на бешеной скорости, там в узкие дырки пролетает, но он надевает специальные очки, знаете, вот как в компьютерной игре, и он говорит, я тренировался снимать именно на компьютерных играх. То есть у него тренажер в компьютерной игре, он там натренировался, в результате он дрона не разбивает. И у него совершенно фантастические съемки просто у парня, ну респект ему, я таких красивых съемок не видела. Я даже посмотрела, мне даже перехотела запускать свой дрон, потому что я понимаю, что со своим дроном я не достигну такого уровня техники, какая у него, потому что видно, что человек фанат компьютерных игр, я вообще в компьютерные игры не играю, это не мое. А без тренировки, понятное дело, я не смогу добиться такой же точности управления этой машиной, потому что управление идет на пульте дистанционного управления. Вот, что касается показов, даже если у тебя супер-пупер видео, YouTube их не показывает. Изучила я все виды рекламы. Есть такая реклама, что ты платишь всяким посредникам, они тебе обеспечивают за $60 1000 подписчиков, но я на примере Инстаграма знаю, что это подписчики, это будут мертвые подписчики, которые не будут смотреть твое видео, то есть фактически роботы. Да, они там $60 получили, 1000 подписчиков обеспечили, но у тебя просмотров видео просто не будет. И смысла в них никакого нет. И есть такая функция, как ты можешь заказать рекламу у самого Гугла. То есть человек вводит в поисковике, например, там США или там дороги в США, и будет выскакивать в качестве приложения мое видео с дорогами или там с магазином, да, если человек ищет магазины. Такое предложение стоит в зависимости от бюджета, то есть какую сумму, от $1 до бесконечности. Если, к примеру, ты ставишь в день $10 за видео, это значит в неделю оно будет показываться там 300 тысяч раз и где-то один просмотр, 1000 просмотров. За стоимость за один просмотр от 1 до 6 центов. Если человек зашел больше 30 секунд, посмотрел твое видео, это стоит от 1 до 6 центов, зависит от региона, то есть Россия дешевле, США дороже.
Вот. И засчитывается, естественно, только вот такие вот просмотры, реальные просмотры. Я поставила два видео по 5 долларов на каждое. Посмотрим, что из этого получится. На те видео, которые мне больше всего нравятся, 5 долларов в день поставила. Посмотрим. Возможно, потом просто выберу 10 видео, оставлю на каждое из них по доллару в день, и пусть они там крутятся, и люди их смотрят. В общем, вчера я начала эту рекламную кампанию. 5 долларов на одно видео, 5 на другое. Вчера было 30 подписчиков, сегодня у меня целых 36. То есть 6 подписчиков мне обеспечила моя рекламная кампания за 10 долларов в день. Вот, то есть 10 долларов мне принесли, получается, 6 подписчиков. Ну, это приблизительно такие расчеты. Еще такая интересная арифметика. YouTube за 1000 просмотров моего видео возьмет с меня 60 долларов. Но в то же время рекламодателям за 1000 просмотров их видео он платит в среднем 3,62 доллара за 1000 показов. То есть разница получается навара Ютуба в 20 раз. То есть он получает от рекламодателя 60 долларов, а непосредственно блогеру платит 3,62. Вот так вот. Как надо зарабатывать. То есть нужно организовывать свой YouTube и так зарабатывать деньги. Ну, на самом деле так и есть, как владельцы всех крупных социальных сетей. Они очень богатые люди, потому что зарабатывают как раз на рекламе. А реклама – это двигатель торговли. Вот так вот я изучаю все эти нюансы продвижения видео на YouTube. Каждый раз думаю, нафиг оно мне вообще все надо. Потому что реально это нужно просто, это полный рабочий день. Вот эти все известные блогеры, у которых там 100, 200, там миллион тысяч, я имею в виду, 100, 200 тысяч, миллион подписчиков. Они на самом деле, это у них полный рабочий день. У некоторых есть и команда, которая занимается монтажом видео, создание музыки, потому что это отнимает все время. Даже не знаю, в какое время Алекс Брежнев там крутит баранку у трака. Он, наверное, не спит вообще, либо не ездит уже, потому что это реально как бы тяжело и отнимает очень много времени. Тем более у него очень профессиональная монтировка видео. Так что вот так вот. Понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Буду рада видеть вас на своем канале. Будет еще много интересных видео. Всем пока-пока!